Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях на сегодня. Хотел миллионы, а заработал срок. Директор школы-интерната в Дербенте незаконно присвоил бюджетные средства. Оценки можно предсказать, считает дагестанский ученый, который разработал нейросеть для прогнозирования итогов отметок учащихся. Было только желание, а теперь есть еще и возможность. В Ахтынском районе открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Директор школы-интерната в Дербенте незаконно присвоил более 4 миллионов рублей. По версии следствия, Амай Шахбанов с ноября 2022 по февраль 2023 года фиктивно принял на работу 4 человек, а начисляемую им зарплату забирал себе. Также обвиняемый, принимая от родителей учащихся плату за обучение, незаконно присваивал деньги. Всего им было похищено 4 миллиона 300 тысяч рублей бюджетных средств. Уголовное дело возбуждено по 3 статьям – служебный подлог, мошенничество и присвоение чужого имущества. Городские службы начали ремонт улицы Пражская в Махачкале. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Это основная улица, которая ведет к школе номер 53, где обучается более 500 детей. Этим и обусловлена необходимость проведения реконструкции. Протяженность проезжей части здесь составляет чуть более километра, ширина – около 11 метров. Сейчас специалисты готовят участок к установке бордюрного камня, а в последующем проложат асфальт. Помимо укладки асфальта, здесь предусмотрены инженерные работы по замене водопроводов с целью устранения утечек. Работы будут проведены единым оператором в сфере водоснабжения и водоотведения. В текущем году в перечень улиц, где будет проведен капитальный ремонт дорожного полотна по нацпроекту «Безопасной качественной дороги», включены 18 улиц. 90-летие морехода Евгения Гвоздева отметили в Махачкале. Мероприятие прошло в историческом парке «Россия – моя история». Здесь собрались близкие родственники и друзья путешественника, школьники и студенты. Для гостей организовали мастер-классы по судомоделированию, викторины и тематические экскурсии, а также прочитали лекции. Но ключевым событием стал телемост с внучкой Гвоздева Ириной, которая проживает в Швейцарии. Отметим, что Евгений Гвоздев жил в Махачкале с 1949 года. Он совершил 3 кругосветных плавания и одно из них на яхте «Саид». Она установлена в фойе исторического парка и всегда привлекает внимание посетителей. Школьные оценки предсказуемы, считает дагестанский ученый, который разработал нейронную сеть для прогнозирования итоговых отметок учащихся. Обучена она на более чем миллионах ответов. По словам разработчика, это возможно благодаря учету навыков и способностей ребенка. Какие перспективы у этой технологии, узнавала моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Спрогнозировать будущую оценку с помощью нейронной сети или дождаться конца года. Такой выбор сейчас стоит перед современными школьниками. Ислам Фарманов остановился на искусственном интеллекте. На заполнение каждого критерия у него шло около 30 минут. Ожидаемая оценка от искусственного интеллекта 4,5, а нейросеть вывела чуть больше 4,7. Сейчас я заполнял анкету на учителя по физике и отвечал на вопрос, как насколько учитель хочет мне помочь, насколько он заботливый, добрый. Чтобы в итоге узнать, какая у меня оценка примерно получится по предмету физики за четверть или год, и прогнозы узнать. Тагирбек Асланов разработал нейронную сеть всего лишь с 4% погрешностью. Идея создания программы вычета оценки на основе искусственного интеллекта к нему пришла случайно, после чего ученый решил воплотить ее в реальность. На сбор данных у него ушло 2 года, а на саму разработку около 2 месяцев. Так его программа стала одной из самой эффективной и точной. Одна из идей была прогнозирование их оценок на год вперед. Естественно, им это очень стало интересно. После этого, после завершения, ко мне подошли несколько сотрудников и сказали, а действительно это можно сделать? Или это так было сказано для красного словца? Я говорю, да нет, почему? В принципе, можно. Хотя в душе у меня было самого сомнения, возможно ли это сделать. Мы решили это сделать. Вот вокруг этого собралась небольшая группа людей, которые, в принципе, и формировали всю эту концепцию по прогнозированию оценки. К нам подключились еще 2 учеников и 1 из родителей. Вот на основе этого мы собрали
по нашему мнению, на тот момент только по нашему мнению, 360 параметров, которые могли влиять на оценку ребенка. Для ученого процесс разработки критериев для нейросети был не самым легким. И в их разработке Тагирбеку помогали коллеги, педагоги и психологи. Среди них и преподаватель информатики Магомед Магомедов. По его словам, на итоговую оценку влияет не только знание предмета, но и настроение ученика. Мы в общем собрали около, ну, более 300 критериев было изначально. Потом, когда программа их обработала, выяснилось, что многие из этих критерий влияют не очень сильно. Можно сказать, что практически не влияют, эти критерии были исключены. Остались только те критерии, которые имеют существенное значение. Таковых осталось около 170 критериев. Пилотный вариант проекта прошел в онлайн-школе Махачкалы. Более 300 учеников прошли анкетирование. По их результатам ученые исправили некоторые ошибки и отобрали самые важные критерии. После того, как мы завели данные 300 детей, а для того, чтобы 300 детей завести туда, данные их, нужно было, чтобы учителя заполнили на каждого ученика по каждому предмету, тьюторы заполняли, психологи заполняли, администрация, сами дети заполняли. И после этого мы уже сравнили данные еще 100 детей, реальные данные, реальные оценки учеников с теми, которые спрогнозировал нейросеть. И по итогу нам нейросеть показала результат 96% точности, то есть только 4% погрешности. Работу дагестанского ученого ценили на Всемирном фестивале молодежи, где Тагирбек занял призовое место. В планах у разработчиков еще усовершенствовать программу и сделать ее доступной для всех школ республики. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в селе Ахты Ахтынского района. Объект возведен по федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В торжественном мероприятии участие принял председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Общая площадь спорткомплекса составляет более 3000 квадратных метров, а стоимость – почти 148 миллионов рублей. Новое двухэтажное здание предназначено для тренировок и занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, тяжелой атлетике, боксу и борьбе. Здесь также расположены трибуны на 1500 зрителей. Молодежь довольна. Я очень рада, что в нашем районе открыли этот спорткомплекс, так как она дает больше возможностей для развития спорта в нашей местности. Мне очень нравится этот зал. Ну, тут очень комфортно. Он очень свободный. Я занимаюсь спортом уже почти 6 лет. Посвящая себя этому делу. Мы стали двукратными чемпионками Дагестана по волейболу среди девушек. Отметим, что в режиме ВКС премьер-министр открыл детские сады в Избербаше, Дербенте, а также в Бутлекском и Гунибском районах на 600 мест. Коллективное разговение – одна из милостей месяца Рамадан. Шатер на территории джума-мечети Махачкалы начал работать в полном режиме. Расходы на себя берут меценаты, которые обращаются в фонд «Инсаны» и предлагают свое участие в обеспечении едой постящихся. Желающих, надо отметить, немало. Как прошел первый день ифтара, расскажет Айша Тухаева. Именно так кормят в шатре Рамадана постящихся. Шатер организован фондом «Инсан» и меценатом, который в этот день берет на себя расходы по разговению. Вот такой вот ужин сегодня ожидает всех постящихся во всех районах Дагестана. В шатре Рамадана во дворе джума-мечети 5000 постящихся ежедневно посещают ифтары и сухуры. Но открыты они не только в столице республики. Каспийск, Хасавюрт, Дылым и даже за пределами Дагестана. Благотворительный фонд «Инсан» организовывает по всему Дагестану, во всех районах. У нас есть волонтерские центры. И я вам больше скажу, даже не только в районных центрах, но и во многих селах Республики Дагестан. И также некоторые регионы России, где у нас есть волонтерские центры, тоже взяли на себя обязательство вот так вот проводить ифтары. Расходы по каждому дню разговения во дворе джума-мечети берет на себя определенный меценат. Людей, которые хотят получить вознаграждение за то, что накормили постящихся, с каждым годом все больше. Одним из самых достойных дел в священном месяце Рамадан после соблюдения поста является кормить тех, кто держит пост. Хотя бы
одним фиником благотворительный фонд «Инсан» открывает первый день ифтар в шатре «Рамадан». И каждый день до конца месяца будет ифтар. Открытые двери для всех, кто хочет принять участие, открыть свой пост, а также кто хочет на себя брать определенные дни, тоже могут обратиться, принять участие. Всех вас поздравляю с наступившим священным месяцем Рамадан. Все чаще участвовать в коллективных ифтарах стали и дети. Юное поколение соблюдает пост уже с 11 лет. Постился сегодня? Конечно. Сколько тебе лет? 13. А как давно начал поститься? Сегодня. Серьезно? Это твой первый пост? А, вообще за всю жизнь? Да. А, еще где-то 2-3 года назад. Вот друзья там начали уразу держать, я тоже с ними. После школы мы отпросились, чтобы успеть сюда. Вот мы пришли. Сейчас будем кушать. Ага. После Адана. Я намерен держать весь месяц Рамадан, пост, и не сорвусь. Так, всем хватает плова, да? Да. Да, конечно. Нравится вам плов? Да. Я начал поститься 2,5 года назад по своей воле. Это садака на Рамадан. А с кого это садака? Вы бывает же с намерением? От Патимат. А с намерением каким-то? Какое делали намерение? Намерение сделала хорошее, чтобы всегда у нас такое, всегда тепло было в Дагестане. Волонтеры – неотъемлемая часть этого большого дела. Благодаря их стараниям множество людей приходят во двор мечети голодными и уходят сытыми. Девочки работают абсолютно бесплатно. И столько отзывчивые, хорошие девочки, и столько народу кормят. В прошлом году, позапрошлом, ну уже пятый год, по две ряда ставили. А в этом году, как вы сами видите, уже три ряда. Больше и больше становится людей. Каждый может совершить благое дело в священный месяц, накормить постящихся через приложение благотворительного фонда «Инсан» проект «Шатер Рамадана». Айша Тухаева, Шахбан Магомедов, Халид Ахмаев, новости ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Всего вам доброго, до встречи.